Так, доброго времени суток, друзья. Возвращаемся уже на третью карту последнего БО-3 на сегодня. Монрис против команды Форс. И что же, смотрим, что с этого получится. Сыграли парни по одной карте. Каждый забрал все, что хотел. И, как мы видим, Форс лучше выглядели на Эншенте. Свои Инферно они забрать не сумели. Теперь уже Мираж. Смотрим, тем же готовы нас удивлять команды. Форз уже нам показывали свою игру против команды Ван Вин. Тогда они проиграли со счетом где-то 16-11. Но за дефенс там была очень провальная игра. Так, здесь... Попытки постреляться, Соболь открывается, и здесь еще и Зорта находит свой минус, но пока что размены в пользу команды атаки были до определенного момента, теперь 3 в 3, Грег за бэ бэксайдом, Тасс до сих пор живет, ну, наконец-то его добивают. 2 на 2. Игроки играют на перетяжке. Рейко уже на шарте с двумя беретами. Лунатик тоже купил этот ган. Поэтому должен выходить. Но ты посмотри только. Какой хедшот от Рейко. Ресалт последний. Бомба не поставлена. Нужно выпрыгивать через окошко. И теперь уже по есть точная информация. Рейко хэдшот. И это первый для команды Онрис. Итак, у нас уже второй поинт на ваших экранах. Кстати, вот можете справа сверху увидеть, с каким счетом сыграли команды. На первой 16-11 выиграла команда Форзе. На второй вот сыграли Инферно и Онрис. Кстати, они очень-очень близко выиграли Force. Там такой обидный раунд против пистолетов был. Возможно, мы бы и не смотрели третьи карты, но... Как уже есть. Здесь ответный форс от команды форс. Видим, 4 пистолета, 1 скаут. Решили сделать похожую ситуацию, как и на Инферно. Они делали похожий сетап. Один игрок закупается, четверо экономят. Потом по итогу появляются уже деньги, и там будет там 4 калаша и условно один галей. Рейко стреляется, находит две головы, еще один игрок в Андре, но не зацепились они. За Рейко тут на 50 холспойнтах ушел. Есть минус. Сэмми врывается. Ой, сразу же пуля в голову попадает. Но потеряли только Сэмми и Рейку. Это 2-0 для команды Honoris. Уверенный форс, уверенная пистолетка. И сейчас уже появляются деньги у команды. Атаки. Что же там? Ну, да, есть деньги у всех, кроме Зорта, который играл со скаутом. Тот будет играть сейчас с Диглом. Напишите, поза пожалуйста, что там по звуку. Хорошо ли меня слышно? А то то всякая может быть, вдруг что-то поломалось. Я сейчас говорю сам с собой, будет неприятно. Итак, врыв на мидл форза занимает позицию за боксами, пока что смог не дает игрокам диффенса сопротивляться и решает все же отойти. Рад. Занимается мидл диффенс. Он ну, не то чтобы игнорирует эту точку, он так просто помнит, что там может быть противник. Один игрок возле коннектора, второй стоит на слайдере. По идее, просто форзы не должны заходить. Так, граната полетела. Гарри чекает шорт. Здесь таз, который может äh, прям создать проблемы, ми как минимум позор, который может пройти немножечко дальше. Но тут пока что не спешит. 55 секунд на таймере. Атака постепенно движется в сторону А. И вот здесь только один лунатик, который играет под паласами. Да, закрывается, находит Зорте. Но вы посмотрите, только прошивает. Минус 1 2 3 минуса. Моментально делает команда force Остается только Сэмми Соболем, который играет на перетяжке с базы Б. Бомба будет поставлена на дефолте. И заявочка на первый для команды force да хорошо. Если все хорошо, то все прекрасно. Продолжаем смотреть. Третья решающая карта. Кто же выиграет? онрис или же Форс? Мы видели максимально близко Инферно. И... Говорю, все могло закончиться 2-0. Если бы форзы выиграли эти пистолеты. Ну а пока что бомба тикает и должна появиться единичка. Вот, секунда на секунду. А что там вообще по экономике у команды Honoris? Закупались все фактически под ноль, засейвили два девайса. Если раздропаться, то можно даже отыграть свой full buy. Ну, не то чтобы full buy, там ФАМАС, или же мпшку скинуть, еще одну М-ку. Да, появляется еще одна М-ка, есть сайленсер, есть обычная, ФАМАС, и что там еще? Два пистолета. Дигл и Сэми прикупит еще одну М-ку. Понял, принял, записал. Довольно неплохо получилось. Четыре девайса на руках, плюс еще дигл, как пистолет. Очень таки хороший. За свою цену, как говорится, топ. Молик попадает очень неприятный. Крат. На первой ноге врывается в коннектор, но до конца он все же не убежал. Решил застопиться в смоке. Снова мидл, снова форс контролит эту позицию. Против ванвинов они также играли, довольно агрессивно занимали мидл и дальше уже пытались развивать свою атаку. Лунатик стоит на КТ, раскидывает смоки, Рейко стоит ниндзя, но его там, судя по всему, не чекают, потому что ни, ни гранаты не полетела, никто туда и не побежал смотреть. Лунатик его вырубает, а здесь... Нет, не прочекает, я думаю, что прочекает. Соболь! Минусы пошли. Там как-то и поймали игрока уже об этой нычке. Я даже не понял, когда они успели. Сами остается на лоу хп против Шалфея. Ух, ну как же он открывается. Это третий для Онорис. Будучи на восьми хелспоинтах, он выходит и ставит первый в голову коннектор. Представьте себе. Это что-то вау. Это было сильно. Так, 3-1 Кто там по деньгам? монорис выиграли раунд, но все равно там, там все, все не очень по деньгам И закупаться полноценно, наверное Не совсем получится Разве что вместо эмок будут фомасы, Там калаш, два фамаса, эмка Ну окей, нормально, правда не у всех есть все гранаты Так, начинается игра в миле Эми. Уже готовится кидать молек за боксы Полетела, но там пока что никого нет. Зорт стоит со снайперской винтовкой, готовится ран буст, залетает за боксы и уже оттуда будет вычекивать противников. Но он не особо любит активно играть мидл, там мы не увидели от них ни агрессии, ни вот реагрессии, чтобы там перезанять мидл. Они обычно отдают эту точку и уже потом играют на более близких позициях по типу коннектора или же шарта. Сайми. Убирает Зорта. Это уже серьезно заявочка. Лунатик там нашел Джерри. Вот выйти из ямы, но ничего не получилось. И Таз прекрасно слышит и видит противника. А что у нас случилось? Пока что непонятно. Все, все окей, друзья. Продолжаем. А то я испугался. Таз находит еще кило и видим, что Ресалт остается 1 на 5. Одного уже убил, 1 на 4. Ресалт играет с Тетриса, прыгает. Его же было слышно. Минусы есть. И Ресалт, вы посмотрите, он вообще минусы находит. Он что, это 1 5 заберет? Ну, нет, нет, нет. Тоболь. Тоболь убивает. Друзья, пошел эфир или нет? А то мне кажется, что что-то пошло не так в определенный момент. Но, по-моему, все, отлагал. Так, сейчас тайм-аут, борзов. И смотрим, смотрим, что с этого получится. Так, друзья, а что там, со стримом? Все нормально. Почему кто-то пишет F, что случилось? По-моему, эфир идет. По крайней мере, потому что я смотрю, все окей. Ок, все, он все хорошо. Э, да, случается иногда такие лаги, такое бывает, эта техника. Во, странного в этом нет. Итак, друзья, смотрим, пока что как э, команда Onris ведет в счету. Дистанция в три раунда крайне приятная, тем более противника сейчас э, нет нормального закупа, это пистолеты, это э, это Галиль. И по идее, если Онрис забирает свой пятый, там и заявочка на шестой будет довольно хорошая. лунатик. Агрессирует здесь на яме. Крат, по-моему, увидел противника, да. Сразу же на гранату отошел. А лунатик дальше пушит. Ну, вообще все равно. Кто там что кидает, он выходит и должен убивать. Да, убивает в голову. Так. Рейко. Пока что слишком легко. Я вообще не вижу сопротивления. Только по лунатику там вначале какой-то дэмэдж пролетел. И на этом все. Без проблем. чётенько по головам стреляем, наводимся. Таз на опыте вывозят, и Зорты остается последний. Это 1 на 5. Мы уже видели где-то похожую ситуацию, где один игрок чуть-чуть 1 5 не забрал. Но нет. Это не та история, друзья. Это выход на пятый поинт. Дальше будет экономический. Там, возможно, нестандартные пистолеты плюс лавит арморы. Вот. Но Ничего серьезного там пока что не намечается, и команда Онорис должна забирать еще и, и шестой. Ну, мне страшно представить, что будет э, за защиту, если сейчас форзы за атаку забирают только один, когда прошло, ну, шесть поинтов. Против ванвинов у них атака хотя бы немного вывозила, а здесь и атаки нет. выход. Пытается выйти через яму, плюс еще Палас, врывается. Рейку соло справляется сразу с двумя. Есть хэдшот, и Рейку еще и на Дигу переключается еще. Пошли киллы. Возможно, вообще Эйс будет. Джерри с Диглом подпушил, врывается игрок сэмка и здесь заспреили, забили, и сами ставит точку в этом раунде, это шестой поинт, а вот теперь уже появляются девайсы у Форзов, и стоит немного поднапрячься. 6-1. Ну, так дистанция растет довольно серьезно. Если он рис выходит в условные 8-7 поинтов за защиту, это их вполне себе устроит. Я думаю, что они спокойно должны к этому выходить. Форс пока что не показывает ничего сверхъестественного и как бы ничего эффективного тоже. Но вот такой вот поджим от Рейку. Они контролят. Еще одного игрока почти поймали. Сэйми со снайперской винтовкой очень сильно агрессирует. Попытки прошить и как же там прыгает крат. Но нам все же удается убежать. смог откинули. Пока что ситуация 5-4. Размена мы не увидели. Акрат остался лоу хэповым. Здесь уже Сейми не попадает. Очень обидно. Но здесь, походу десант будет через окно. Боже ты мой, Сейми, почему не стреляем? Собаль, минус 1. Ожидает второго. Здесь уже Джерри десант сделал. Открывается Соболь еще под одного. Серьезно? Но патронов не хватает. 2 в три остались. Дефенс. И что сразу вдвоем через ТВ? Нет, только один побежал. Второй через мидл э, на шорт. Скорее всего пойдет. Или же это будет сейв? Как вариант. Но засейвить будет нормально. У них экономика есть. Поэтому даже если проиграют, там раскинуть дроп... Или же полноценно закупиться самим, там вообще все будет хорошо. Даже дроп не нужно давать. Вот, посмотрите, там Рейко почти 6000, Сэйми 5400, Соболь 5100, там все окей. Так, бомба тикает. Ага, Таз еще и добирает крада. Понял, принял, записал. А вы, друзья, не забывайте о нашем партнере CoverGG. Кликайте на баннер по трансляции и пользуйтесь. Пока что у нас 6-2. Что мы увидели за эти раунды? Мы увидели то, что Онрис умеет обороняться, умеет забирать очень близкие ситуации и ровно также отдавать такие ситуации. Поэтому нужно быть на чеку. Вы закупились на последние деньги. Ну, некоторые игроки так точно. Сэмми под ноль закупился. В таза еще есть резерв 5000. Но все равно. Горяем. Готовится выходить. Возможно, под флешечку было бы отлично зайти туда. Итак, врыв через яму пошел. Один игрок играет в дефолте. А здесь еще рейку, на ну рейку вырубает. Без шансов. Лунати готовится открываться. Сейми находит минус со снайперской винтовки. Джерри. Тоже вырубает. Кстати, неплохо начинает заходить форзе. Так, подсадочка. Джерри. Играет на хэдшоте. И нужно выходить, убивать таза. Таз даже не подозревает. Где находится Джерри? А там патронов уже не хватает, по-моему. Нужно на релоут выходить, а уже не нужно, там Сэмми справился, все хорошо. Сейми еще одного читает, еще один минус, Сейми, как же он разошелся, но открывается, будучи лобхэповым, и крад его не прощает. Соболь, на 1, на 2. Слышит план серьезно, серьезно, здесь все продумано было, походу. Бомбу поставили, Соболь нашел килл, и ресалт на размене, это 6-3. Так, 6-3, 6-3, смотрим, там пистолеты, ну, один пистолет, ппшки, он рис так закупили, все, что хватило. Денег уже точно не будет в следующем, открывается лунатик, немного надамажил Джерри, минусы есть и почти зацепился за второго, но не вышло. Рад, флешечку откинул, ресалт, готовится дальше врываться, вы посмотрите, их, их, даже на маркете уже кошмарят. Это будет четвертый поинт для команды Форс. Ой, парни, если бы все зависело от меня, все камбэки и все, что только можно, то знаете, сколько бы игр прошло не так, как я думал себе. Вот, эм... а можете шутить в чате. Хотя бы хоть как-то поднимает моральный дух, а то смотрим уже, сколько игр уже сегодня. Немного утомился. Но все ради вас, друзья. Чтобы вам было интересно смотреть, Для этого и работаю. И временем, камбэк от Форс, как и просили, друзья, четвертый уже появляется. Но еще нужно забирать два поинта, чтобы хотя бы, хотя бы выровняться и сыграть 6-6. С атакой Форс, я думаю, здесь нужно забирать вообще восьмерочку, чтобы потом за дефенс э, забирать вторую пистолетку и хоть что-то показать. У Диффенс отвратительный был последнее время Форзов. И мне страшно представить, что у нас вообще ожидает в рамках второй половины. Итак, Онрис делает экономически, есть снайперская винтовка, ФАМАС, Дигл, стандартные пистолеты. Понял, залетаем. Джерри очень агрессивно играет. А, Сэйми, бракованная АВП. Что-то оно не стреляет. Не пошли минусы, размены минус. Соболь с ФАМАСа находит Два минуса, кстати, выровнял. Вообще ситуация на карте, теперь 3 в 3, можно вываливаться на Бабленд. И здесь еще соболь одного находит. Да что творит этот молодой человек? Массы работают, шалфей и подставляется под лунатика, зорты остаются 1 на 3. Но он стреляет против нескольких игроков, это, конечно, тяжело, но как-то выживает зорт, еще один хэдшот, один хелспоинт, выходит на лунатика и убивает, боже ты мой, Зорта это забирает. Это пятый поинт, друзья, вы только посмотрите на это. Вы посмотрите на это, что это вообще, это прям красиво, на одном хелспоинте вышел и убил. В какой-то момент он сразу против троих стрелялся, но выжил. Один хп. Была бы там МК, а не авик, все было бы по-другому. А так, а так что гадать. Смотрим, возможно, реально будет камбэк. Сейчас уже закупаются нам последние деньги. Команда Онрис это будет фулбайс с сна э, снайперской винтовкой. Против них играют калаши, есть тоже авп. Поэтому должно быть интересно. Так, откинули гранату еще, перекрыли окно. Укрепленный Аплант. Вполне все неплохо у команды Онрис, но как же неприятно Рейку. Сначала Хаешка, а потом Молик. Еще и хэдшот по Сейми залетает. порзы начинает кошмарить по немного поляков. Вот посмотрите, просто перекрывают по всем фронтам. Куда только придет игрок атаки, сразу же начинается разруха. Рейку отвечает киллом. Таза за не зачекали. Он сидит ниндзя. Соболь находит хедшот. Но Таз сидит до последнего, и он максимально батит свою команду. Я думаю, что он как бы передает эту информацию. Боже ты мой Таз! Но все же убивает. Соболь тоже находит свой минус и добирает. Очень близко было это все, чтобы свести к фейлу, но Таз справился. Таз справился, а это седьмой. Так, тактическая от Force. Парни понимают, что нужно включаться. Счет 7-5. Не так много осталось к концу первой половины. Кстати, касательно карт, которые мы уже посмотрели. Enchant со счетом 16-11 в пользу команды Force. Дальше Inferno от Онорис со счетом 16-13. Команды разменяли своими пиками и вышли на Decider Mirage. Но только здесь, по-моему, в Honoris намного больше шансов, намного лучше игра, нежели в Повторюсь, уже в который раз. Я просто, знаете, вот я вспоминаю Инферно, вспоминаю тот раунд против пистолетов, и я понимаю, что фарзы могли закрывать 2-0. И сейчас не играть этот мираж, который у них очень и очень слабый. Это раунд был на, на целую встречу, а не на только одну карту. Вот почему все я так вспоминаю. Итак, готовится граната. Джерри накидывает. Первая пошла, вторая пошла. Лунатик играет в дефолте. Плюс еще нам на, на палосах стоит его союзник. Но здесь как бы прикрытия нет. Минус первый пошел, но размен должен быть моментальным. И в 4 довольно неплохо. Соболь подключается. Дэйми играет на стерсах. Чекает по Джим Медла, но там никого нет. Таз как-то увидел Джерри. Но это 3 в 2. Ой, атака врывается. Крат. Минус по Соболю. 2 в 2. Шалфей играет с дефолта, Крат играет на тикете, уже смещается под смоук. Будет мансить за сигаретой. Шалфей. Здесь нужно натянуть максимум времени, и тем более диффуза есть у диффунса. Я думаю, что они сейчас сами должны перейти. Итак, минус пошел. Шалфей, по последнему есть информация. Хороший кроссфайр, и как результат, шестой поинт для атаки. И только раунд Разница между командами. Очень близко они играют. Еще осталось у нас два поинта. Сейчас 14 будет на ваших экранах. А вы, друзья, пишите, за кого пришли поболеть. Не знаю, посмотреть красивый КС или, не знаю, просто вот в рекомендации вылетела трансляция. Интересно будет почитать. Пока что смотрим раунд против пистолетов. Я думаю, что для Форз особых проблем не должно быть. Здесь как бы Хотя это же форс. Окей, okay, я, я что-то поспешил. Мы про на прошлой карте три раунда против пистолетов увидели. Так, полетели минусы, есть размен. Что не может не радовать, крат немного просел по хелспоинту, но не критично. Можно продолжать. Золото, а? Через коннектор. Прекрасно слышит противника, минус по лунатику. Ну, второй не читается. Судя по всему, да, его не видят, но вот если бы еще Рейку попадал, было бы хорошо. Сайми, Соболь. По идее, Соболь вообще не должен никуда идти, а просто сейвить калаш. Сайми еще пытался пофайтиться, у него на руках был дигл. Поставить шальную пулю с дигла, ну, можно было. Это седьмой, друзья, и мы увидим 7-7, и увидим зарубу на последнем раунде, кто же заберет восьмой поинт. Кстати, похожую ситуацию мы видели с вами на Инферно, если я не ошибаюсь. Бомба должна взорваться. Ожидаем. Так, семерочка уже появилась. Что там по деньгам? Диффенса все нормально. В атаке все нормально, поэтому смотрим на полноценный последний раунд первой половины. Ну, прям на заслуженных. Вот кто будет достойней, тот и выиграет. На равных условиях парни будут играть, поэтому довольно-таки прикольно. Побежали! 15-й раунд. 15-й раунд. И тоже выиграет в рамках первой половины. Кидываются гранаты. Сразу же закинули за коробки. То, сыграют активно через мидл. Ну, наверное, таки да. Здесь уже полетели гранаты. Крат. Немного получил демаджа но можно дальше продолжать. Неприятно, неприятно прилетает что-то с шарта. Шалфей дальше проходит. Пикает ледер, а здесь еще таз. Ну, так вот выходить, это, конечно, очень сильно было от Зорта. Его тиммейт, конечно, прикрывал, но не настолько. Чтобы вот прям открываться так спиной к шарту. Шалфей стоит в ледере до сих пор, и таз это понимает. Ожидает на поджим, в принципе, как и шалфей. Пошла небольшая перетяжечка. Так, один играет в Ледере. Еще один играет в апсах. И вот, если немного пошумят, игроки в апартах и вот прицел э, противника на шарте уже сконцентрируется более на другой позиции. Тогда уже можно вы, вы, выходить и на втором номере шалфею как бы ставить хедшоты. Так, полетела первая граната, вторая, выход. Ой, как же хорошо Шалфей находит минус. Рейку до сих пор живет. Таз, со стрельбой беда, патронов не хватает. Очень много проблем. Пока что ситуация 2 в 3 в пользу команды Диффенса. Но бомба будет поставлена. Хаешка была очень опасной, но немного не туда. Джерри надамажили. И остается только он против троих. Минус первый есть, он еще выживает. Но недолго. А итог, восьмой поинт для команды Honor и смотрим за второй пистолеткой уже через несколько, я так понимаю. У нас там будет пауза небольшая в несколько минут. Да, пока что выходим на паузу. три минуты пауза, друзья, и вернемся. Итак, друзья, возвращаемся на вторую половину третьей решающей карты Force против Оторис. Напомню, что мы увидели сегодня и Ancient, увидели сегодня и Inferta, и как итог смотрим еще и Мираж. Что первое БУ-3, что второе БУ-3. Прям по красоте. Джерри первого поймал. Вот это, конечно, АИМ. По второму немного не попадает, но первого прям по красоте забрал и сразу две головы прилетает. Серьезно, Зорта улетает. Рейко и Тас очень сильно просили пахло с поинтом. Сами врываются минус один, два, да что это вообще со стрельбой? Этот раунд какой-то просто жесткий. Невероятно, невероятную стрельбу показывают игроки. Если честно, в шоке. Последний ресалт, еще один хедшот. Что они вешают? Он остается против двух лоу игроков и противника, но здесь Рейко на классе, забирает еще девятый поинт. И вот такая вот пистолетка. Вот это, конечно, хедшотики мы увидели с вами. Прям очень лютые. Девятый для Онрис, уверенная пистолетка. Дальше будем смотреть с вами форс раунд. Разрешают решают сделать ровно так же. Делают форс в ответ. Есть скаут, есть пистолеты, есть фармилка. Поэтому парню вперед с песней. немного неприятно. Краду нужно уйти. Лунатик дальше нашивает. Ой, какая хаешка прилетает прям под ноги Лунатику. Серьезная заявочка. Но пока что прямых дуэлей мы не видим. И решили больше укрепить базу Игроки Форс. Вы только посмотрите. Два игрока паласы подпушил. Два игрока. Не один, а сразу два. И пошла небольшая перетяжка. И, наверное, такие... Не знаю, зря или не зря. Пока еще рано об этом говорить, потому что игроки атаки уже перетягиваются. Ага, они через респу побежали на А. Даже так. У них там тиммейта убили, а они все равно вот... Давайте будем выходить. Шалфей, хедшот. Уже два минуса без ответа. Он, Рис, неужели вы Забрали себе это проклятие против пистолетов от команды Force. Обычно форзы любили отлетать вот так. так пошли дальше. Соболь вместе с тиммейтом проходит через палосы. Плюс еще Тиммейт играет возле ямы. А вот там небольшой такой сетапчик намечается. Это у нас а, Джерри и Шалфей. Это на подходе еще из Орта работает... Там работает у нас скаут. Хорошо. Минусы есть. Попадает еще и по сейме. Но теперь уже не получается добить. Так, Рейко. Рейко, понимаете, здесь противник. Немного нашивает не туда. И фармилка дорабатывается. Это все дело, друзья. Это 9-8. Ответный форс залетает. И вот даже так бывает. По красоте сработали пистолеты, сработали ППшки. И как результат, разница только в один раунд. Под флешечку пытался распикать Андер. Там пока что никого нет. Пистолеты Пытаются выходить на базу а? довольно-таки неплохо должно получаться. Но здесь э, на старцах стоит у нас персонаж зорта, который находит только один минус. Серьезно. Джерри улетает без одного килла. Пистолеты вот так наглую заходят и ставят бомбу. Ого! Здесь очень большие проблемы. И форзам нужно что-то придумать, чтобы выбить это дело. Там 4 пистолета, но там пистолеты, которые работают. Рисал, Шалфей. И все же игрок Палашам решает уйти. Ой, а там очень много дэмэджа впитывают игроки диффенса. Вот прям очень неприятно. Райко. Занял неплохую позицию, но его вырубают. Собаль до сих пор живет, но очень долго стреляется и все же не убивает. Времени достаточно, это будет девятый выход на паритет. 10 секунд, друзья, и стартанет у нас уже 19-й поинт. Смотрим, кто же выйдет на 10-й. Ну, судя по тому, как закупились команды, то нас ожидают 10-й для команды Force. А там дальше уже деньги появятся и поляков, поэтому увидим, что с этого получится. Прошлый раунд был довольно интересным в плане того, как пистолеты нагло и уверенно зашли в плент, подобрали девайс и еще и поставили бомбу. Хедшот. Соболь. Хороший им. Зорта стоит в неплохом англии. Но здесь уже второго хедшота от Соболя мы не увидим. Крат также находит рейку. Есть два минуса. И в размен на одного тиммейта. Ресалеты. 3 в 4. Ресалт. Здесь неплохо зажимает, но не убивает он сейми. Тут вот остается на 20 хелспоинтах. Молик. Неплохо горит, но сейчас... Ну, здесь все. Здесь шансов по сути нет. Очень тяжело будет стреляться. Тебя уже зажали со всех сторон. И Ресалт оформляет 10 -й. Я вижу, что пишут о том, что лагает, но вроде бы как у меня все плюс-минус стабильно. Иногда могут быть просадки, я за что очень сильно извиняюсь. Но... Постараюсь, чтобы завтра такого, по крайней мере, не было. Попытаюсь как-то лучше настроиться. Но вроде бы смотрю в ABS, и все хорошо. Поэтому лучше чего извиняйте. А... Пока что смотрим так. Смотрим, full buy в исполнении команды Onris заход через медл. Молик полетел. Так, пока что играет через Андер. Соболь. Рад. Играет через коннектор. Здесь э, Соболь открывается. Жесть, какая халява. Покраду краду убивают его в ухо. Халфей тоже улетает Соболь. Как же он разошелся. Но осталось 4 хелспоинта. Я вот смотрю на этот момент и вспоминаю момент Форза э, против Ван Вен. Прошлой встречи, которую мы смотрели, как Бумыч через мидл заходил и делал минус 4 по игрокам Форза. Вот это что-то было так на минималках, похоже. Зорта готовится играть с тикета, чекать коннектора. Кстати, не зря. Там есть противники. Джерри. Поджал яму. И что со стрельбой? Совсем все не туда. Немного потерялся в виде двух оппонентов. Зорта. Поймал. Хорошо. Там еще ресалт подключается. Можно еще выигрывать это. Ресалт, хедшот, хорошо. Ресалт остается 1 на 2, но нет. Рейк остался на лох ХП, Таз остался на Лог ХП. И это 10-10. Ух, какую зарубу мы с вами смотрим сегодня. Прям вот то, что нужно. А сейчас уже что там у нас? по экономике, по сути, форзов все есть для того, чтобы закупаться. Берут тактическую. Это уже третий тактический момент от команды. Форс решили немного запаузить игру. Раскидывает дроп. Денег у них хватает. Поэтому побороться за 11 я думаю, что можно. Вполне-таки полноценно. и полетел. Полетело 15 секунд. Итак, 21 поинт стартует, друзья, на ваших экранах. Смотрим, что же нас ожидает. Потому что я вообще без понятия, что ожидать от форзов. Это крайне нестабильные ребята. В принципе, как и Онрис, это проблема тир 2-3 уровня о том, что команды не могут показывать стабильную игру. Вот э, форзы против ванвинов отлетали за дефенс, что страшно представлять, страшно вспоминать, даже не представлять. А сейчас против Вонарис вроде бы плюс-минус сыграют на равных. И Как это работает, тут ну, не поймешь. Так, соболь. Стоит под смоком, там буст намечается, шалфей уже играет вблизи. Но пока что немного тихо играет Онрис. Не подставляются. Здесь на прыжке играет ресалт, в случае чего он отведет от себя прицел. И игрок на балконе вряд ли будет считаться. Да, вот здесь уже полетел Молик, но сразу слушайте, два минуса находит шалфей. Неплохо. Еще за третьего может зацепиться, но нет, таза разменял. 2 на 2. Неплохо, еще и третий прилетает. Бомба пока что лежит, ее никто не думает подбирать. А было бы неплохо, если бы поставили, и таймер уже играл на вас. Таз подходит к шарту. А здесь уже подсадочка пошла. Минус один и минус два. Таз на классе забирает. А это, кстати, эйс. Ребята, это эйс, серьезно. Он рис забирает одиннадцатый поинт. Благодаря тому, что у Таза эйс на двадцатку вышел за один раунд. <laughs> Вау! Вот это раздал, да? Вот неплохой мув был от форзов когда игрок после кара там прыгал, а второй был на балконе. Мне казалось, что тот, кто на балконе был, он слишком рано начал стрелять, но по итогу он сделал два минуса, поэтому вроде бы и норм, но Таз замудрился сделать Эйс. Как это случилось, без понятия. Так, с райком врывается, играет через Петрис. Неприятная граната, Таз, попытка прошить. Он а против вас фул юспы играют, Таз хаешку закидывает. Боже, остановите эту машину. Таз врывается, но здесь уже расстрел пистолет идет. Джерри зацепился за один минус, но он недолго живет. Это 12 для команды Онорис. Выход на фулбай для команды Форс. И там уже увидим, будет ли... Серия из раундов для команды Онрис, или же Форс попытаются закомбачить. Так, а что там у нас по статистике? Рейко и Таз, это прям герои своей команды. Там еще Соболь подключается со счетом 18-13. Фарзов, Твой герой герои, это Ресалт и, скорее всего, Зорта. Ну вот там условный Крад или Шалфей, которые идут там 10 на 16. Парней не хватает на карте. Сейчас хорошая возможность себя проявить. Показать всю свою силу и мощь. А там у нас готовится сетапчик на шарте. Дефенсы. А тем временем атака заходит. Минусы пошли. Лунатик убивает шалфей. Еще один игрок на шарте. По нему тоже есть информация. рейк без проблем его сбривает. Все, это сейв. Это 13-й пункт для команды онрис Даже никто лезть из игроков форс сюда не будет. Проблемненько все. Форзов. очень грустно пока что. Проиграли еще и этот бай. Но три девайса в следующем раунде должны очень помочь. Не подзакупиться под эти девайсы. Или же наоборот, там, я не знаю, сделать экономически в плане отыграть от трех девайсов и в случае чего закупиться в следующем. Я что-то упустил, какой у них луз бонус. Там то ли второй, то ли третий. Так, ну 3000 в джаре. По идее, можно что-то прикупить, а вроде бы как и 3400 в следующем раунде капнет. Это тоже такой момент. Я думаю, сейчас можно отыграть в два пистолета, а там уже... А там уже и закупаться. Такой неплохой бонус. Там пистолеты прикупить, и все будет хорошо. сейчас раскидывают а ага, что там случилось матч запаузили но это техническая проблема наверное чем проблема сейчас выясним О, мне что-то это не нравится просто техническое сказали Ожидаем тогда что там парни пишите за кого болеете больше вот сейчас на данном этапе 13 10 есть ли шансы у форзов вот выиграть этот раунд. Вот объективно. Они все же закупаются. Видите, у них там уже еще одна МК появляется. Я вижу, что за Онорис болеют, что за Форзов болеют. Это, это круто, на самом деле, что здесь такая фанбаза собралась. Но если и ТАСС дальше начнет так раздавать, то, слушайте, <laughs> здесь должно быть вообще закрыто для Форзов, For, потому что такой вот именитый игрок, но в годах как бы, но все же раздает, как старый добрый. Мне нравится сообщение нашего модера. Day by day, это прям да, респект. Так, а что там случилось? Так, вроде бы что-то запустилось, а вроде бы и нет. 4 мки, Как я думаю, возможно ли это выиграть? Но по идее можно. Мы видели с вами на Инферно, как э, Диффенс умудрялся, имея на руках два девайса и три пистолета, забирать раунд против Фулбая, против Калашей. Ну, как бы, сами задумайтесь, когда уже есть 4 мки. Но это было против форзов обычно. Поэтому здесь не знаю, прокнет ли. Так, полетел молик, полетела хаешка. Агрессивно играет Райку, немного накосил своего противника. А здесь Джерри поджимает и не ожидает такой агрессии с Вот это да, нужно подобрать девайс, но не, уже таз этого не дает. Теперь 4. 4. Райку открывается. Вот это да, Зор, ты как же ты подставляешься? Осталось только два дигла и одна эмка. Поэтому пока что сетап не очень работает. Тяжело. Тяжело. Лунатик ставит еще один хедшот. Лунатик улетает. 3 в 2. И атака понемногу начинает перетягиваться. Как я вижу, здесь один игрок в ледере, второй. Ресалты играет возле дырки, но все же умирает. И по итогу, что мы видим, выход на 14. Анорис э, чувствует себя более чем прекрасно на данном этапе. Но вот очень важно выиграть еще этот раунд. Выиграв этот, вы, друзья, выходите на 15. Это будет матч-поинт, и на последний раунд Форзов денег не будет. Там лузбонус 3400, но сейчас они закупились под 0. Собаль подходит. Молик пока что не дает пройти дальше. Диффенс решает играть 3 плюс 2. Укрепление больше в сторону А. Но здесь уже как бы Ирисал пытается нашить. Найти небольшое преимущество в виде кила. Немного задело Соболя, но не критично. Лунатик. Здесь какая-то перетяжка намечается, насколько я понимаю, а то так оборачивается, и на ТВ парни даже не думают. Оставаться. То не на А раскид. Ага, хорошо. Здесь э, раскидка пошла через мидл. Два игрока, скорее всего, пойдут через старт, а трое пойдут через э, апарты, насколько я понял. Но это очень рискованно выходить на мидл на данном тайминге против э, пятерых живых противников. Ну да ладно, возможно получится. Мак под коннектор. Молик прилетает, отгоняет крада теперь уже можно проходить. Сейчас уже более-менее все хорошо. Но вот шалфей со снайперской винтовкой. Минус один есть. Пока что размена нет. И Соболь остается на лоу хп. Шалфей вообще игнорят. Первый минус, второй минус. Еще один минус. О, и атака посыпалась. И выглядит как одиннадцатый поинт для команды Форс. Десант происходит. И все, да, друзья. Это... это, проигранный раунд для команды Рис 15 не будет, поэтому мы еще посмотрим с вами немного третьей карты. Вот у нас модераторы работают, друзья. Вот видите. Чтобы вам было комфортно смотреть, никто спойлеры не кидал. Все, все схвачено, все на подхвате. Смотрим игру 14-11. Здесь форзы понемногу начинают просыпаться. Деньги хоть какие-никакие-то появляются. Молик неприятный. Нужно уходить. минус 37 прилетело. Атака понемногу начинает двигаться в сторону А. Здесь по посмотрите, какой интересный сетапчик появляется. Джерри остается один на А. И ближайший тиммейт это игрок к Коннекторе, который ну, фактически сосредоточен на Мидле. Джерри на плечика будет играть. Пока что он рез не спешат. Играет в свой дефолт, ожидает на поджимы, а дефенс тебе так плотненько засел и никуда вылезать не, даже не пытается. Вот разве что здесь сатапчик, вот этот на миду, один игрок андера, второй на шарте. Это, наверное, вся агрессия, которую мы увидим за целый раунд. Алфей. Каешку откидывает, смок коннектора упал, Зобль работает, пошел размен на Джерри. 35 секунд. Было бы неплохо уже придумать план. Как же лучше выходить и на какую точку. Ой, агрессирует Джерри, получает в лоб от рейку. Тут сам остается лохэповым. Шалфей работает со снайперской винтокой. Уже второй раунд. Он показывает невероятную стрельбу с этого девайса. Два авика играет диффенс. И в это... это ситуация 3 в 3. Причем что там два авика в диффенсе. Ресалт против Соболя. Можно поймать очень неприятный тайминг. Открывается и делает хедшот. Теперь уже два авика на выбивании. И вы посмотрите, никто к не смотрит. Минусы пошли. Это 15 для команды Онрис. Матчпоинт будет. Матчпоинт все же будет. Тактическая пауза. Команды Onoris, кстати, это, это первый тайм-аут за целую третью карту. Нужно немного выдохнуть, немного настроиться. У противника деньги есть, поэтому так просто этот раунд не забрать. Жидаем тайм-аут вот-вот закончится. Ну, кстати, мы с вами увидели прям максимально близкие карты. 16-11, 16-13. И здесь тоже уже как бы счет минимально будет 16-11. Очень близко играют команды. Ну, это неудивительно. Они плюс-минус одного уровня. Что та команда что-то крайне нестабильна. Но мне что-то больше рис по душе, если честно. Я вот смотрю это BO3. Смотрю, что как бы там и дядька Таз, который разваливает. Что дай боже, конечно. Так, старые добрые. Он один раунд фактически в соло забрал, когда выходили на Б. Так, пошла небольшая агрессия. Рейко просил по хаспоинтам. Ответа, по сути, не было. Поэтому смотрим на продолжение. Бомба лежит на старте, а так они спешит. Спишите еще, некуда. Минута 25 на таймере. Еще можно всю карту обиж... обижать за, за это время. Так, полетел Молик. Дефолт. Дефолт от поляков. Ожидают на поджимы. И в попытках найти первый минус. Зорта. Можно флешечку тиммейту накинуть, но вот без флешки это было прям совсем грустно. Рейко находит хедшот. 45 секунд, Джерри понимает, что это будет выход на базу А. Нужно спрятаться под палосами. Пока что там лежит Молик. Но это не критично. Вот теперь уже критично. Нужно убежать. Крат подставляется. И здесь еще та находит минус. Это что? Это, это развал, друзья. Джерри. Минус один, минус два, минус три. Джерри, что же он творит? Зорте подтягивается. Слушайте, а можно здесь еще и забрать этот раунд? Сэмми, минус один. И нет, друзья, это 16-11. Форс все же выигрывает эту встречу со счетом 2-1. И спасибо, спасибо за просмотр, друзья. Спасибо, что смотрели. И мы будем уже уходить. Не то что на паузу, мы уже будем идти спать. Поэтому всем спасибо. Давайте. Удачи. Не терпится узнать счет матча? Отключи режим без спойлеров на Кавер Джиджи.